меня один вопрос, пока не кончилась батарейка у камеры. Почему так жарко здесь? Всем привет, как у вас дела? Шалин влог. В эфире теперь из дома. Смотрите, опять мы вернулись. Как прекрасно. Знакомая вам картинка? Наша квартира, мы никуда еще не переезжаем отсюда. Значит, смотрите, у нас там за нашим бельем ничего не видно. Это куча белья, потому что Аленка все перестирывала, как мы приехали. Несколькими ходками это все делалось. Вот, мы уже несколько дней дома. Наверное, вот сегодня первый день, когда я просто выспался и как-то отошел от всего. Но еще не до конца. Можно еще как бы погулять. Это, наверное, говорит о том, что съездили мы и погуляли мы хорошо, да? Погода. Вот сразу вот мое лицо вот такое вот, это сразу погода, потому что даже если сейчас у нас там, не знаю, 26-27, наверное, ну, на улице больше градусов, то, типа, оно все равно такое липкое, вот просто 27 липких градусов, это как-то, оно сразу не то. Вот совсем не то. Так что, ребята, те, кто смотрят нас не из Израиля, знайте, когда мы говорим там вам 30 градусов, и у вас за окном тоже 30 градусов, это вообще другое, это вообще не то. Если вы видите такой немножко, как это сказать, порно-свет у меня тут, то это... Вот, смотрите, это у меня такие новые лампы для аквариума. С помощью их мы вырастили прекрасные водоросли, которые я уже успел почистить. Там были прям огромные зеленые водоросли, прям как мой... Хохолок вот здесь вот. Все на круги своя, можно сказать. Наши соседи одни концерты устраивают, другие сверху устраивают тоже концерты. Мы пытаемся выяснить, кто же нам пепелит на балкон. Вот. Пропалили мне две подстилки. Пропалили уже две подстилки? Да. Серьезно, уже две? Зелененькую и красненькую. Да ладно. Да. Ну слушай, это стопудово эти сверху дебилы, я думаю. Я вчера она не курила, когда был запах. Короче, идет постоянно, когда открыто окно, мы слышим запах, причем человек курит довольно часто. Как только мы выбегаем на балкон, раз-раз-раз, и никого нету там, ну, вокруг. То есть невозможно как-то проследить, кто это делает. Короче, абсолютно непонятно, вот две постилки уже, я думал одна, оказывается две. Вот, что еще? Сходил в магазин один раз, мне не понравилось. Вот, сходил в шуфер. Ну, там, за почтой и все такое. Мне не понравилось, ребята. Все, вернувшись в Израиль, можно одеть самую вонючую, застиранную нищебродскую футболку. Ситцевые шорты, ладно, не трусы. Но они... Ну, это из льна, на самом деле. Ну, недалеко ушло. Бомжатскую сумочку, хоть и из Икеи. И все. И идти по этому безумному пеклу в магазин. Знаете, если в пекле есть комната для секретарши, то вот это вот сейчас состояние в этой комнате. Ну, реально, что это такое? Это октябрь. Это уже конец октября. Это такая жара нереальная просто. Фух, как это возможно вообще? Всего лишь 3 часа на самолете и все. И ты в пекле. Сразу праздники и выходные, в которые ничего не работает. И в открытых местах куча людей сразу одновременно. Сразу отсутствие гуляющих людей по улицам, потому что пекло и потому что не зря же купили машины. Теперь нужно на них ездить везде. Всегда. Я вот, видите, пешком иду специально, чтобы не ехать на машине 5 метров. Страна, в которой тележки возле супермаркета берут по номеру паспорта, но при этом они не могут вытереть, элементарно почистить полки под товаром, и при этом товар просто пропадает в период праздников. Просто нет молока, например. Ну, какие-то остатки, на самом деле. Но безлактозного уже нет вообще никакого. Причем, что это молоко именно самого Шуферсаля, то есть брендированное. Масло исчезло израильское опять, в очередной раз. Об этом уже вообще все, по-моему, молчат. Но оно в очередной раз исчезает, его просто заменяют каким-нибудь другим, чуть дороже. И все нормально, масла нет израильского. Знаете, первое впечатление, что такое Израиль,
от человека, который не любит жару. Это перенаселенная, сидящая у друг друга на голове, орущая деревня. Вот так это выглядит. Я бы сказал, что Израиль во многом это точно так же, как и Украина. Страна таких масштабных противоречий. Честно говоря, это уже хрен с ним. Тут самое главное, тут мега жарко. Мы даже иногда привыкаем, мы даже не ощущаем, насколько здесь жарко. И знаете, мы даже вот сейчас сидели с Аленкой, смотрели обзор на часы, которые ей купили в Киеве, самсунговские. И потом я посмотрел здесь у нас цены. Ну, как бы не то, чтобы я был удивлен, но цены одни и те же. Вот, цены одни и те же. И можно было бы здесь их взять. Ну, во-первых, там это в гривне. И вроде, знаете, как в гривне все выглядит для нас дешевле. А второе, то, что вот Аленка правильно сказала, обслуживание, которое ты там получаешь. То есть, короче, тебе не жалко эти деньги там оставить. Вот ты заплатил, ты вышел с покупкой. Вот прямо как. Ну, тем более мы покупали, да, там на Хрещатике. На Хрещатике же мы брали, да? То есть это большой магазин. Я понимаю, что магазины бывают разными. Может быть, вы там где-нибудь берете в таких же магазинах, как мы здесь в Израиле. И не переплачиваете, да. Но мы брали в Цитрусе. И прямо на Хрещатике, прямо в центре. Вот. Так что, честно, у нас таких магазинов и близко даже нет. Те магазины Xiaomi, которые здесь открываются, я... Опять же, это... Ну, типа, есть один якобы официал, но это как бы, ну, не официал, а франшиза маленькая. Мы про него снимали. Те, кто не видели, посмотрите это видео. Там, где мы гуляем по Тель-Авиву и снимаем этот магазинчик. Но это, блин, это маленькая забегаловка. Типа, по сравнению со всем, что там происходит. Поэтому там намного приятнее делать эту покупку. Ты берешь ее, тебе все рассказывают, тебе показывают сравнения и все. А здесь эта цена, она как бы в самых этих задрыщенных магазинчиках, которых нужно там по интернету заказывать или вызванивать, или идти в этот гребаный KSP, который я так люблю вообще, в кавычках, в котором ты, если даже там, не знаю, ты там Теслу купишь, у тебя будет ощущение, что ты купил какое-то дерьмище, потому что все вокруг как бы и переплатил за него, да. Тоже вокруг это какой-то трэш там происходит. Вот, это такой вот позитивчик у нас насчет всего этого. Зелень, конечно, сразу, понятное дело, бросается в глаза, что как бы тухлая вся зелень такая, прямо тухлятина. Вернулись домой. К нашим котикам. Бублик вообще от нас не отходит, Умка тоже от нас не отходит. Все вокруг нас постоянно жмутся и все. Бублик даже сегодня утром приходил и ко мне тоже муркать. Прям вот так вот под ухо, как бы и лизаться на подушке. Тусуюсь тут по району и давным-давно хотел вам показать. Смотрите, я про это вам рассказывал. Значит, есть вот такой вот круг. И сделали не так давно вот эти вот внизу подсветочки. Видите, прямо били вот эти вот бетонки. Этот вот парапетик били, чтобы в них сделать ночью подсветочку. Она светит синим. Хорошо, как она берет электричество? Вот поставили вот такенную среди пальм. Вот такенную солнечную батарею. И ящик, который висит. Этот ящик висит и внизу замотано пластиком. Ну, типа как изолентой. Видите, это такая... Вон, видите, идет... А то же не услышит его в Москве-то на другом проводе. Вот такая вот система. Видите, проводки идут, и они замотаны такой вот изолентой. Ну, правда, под цвет. Честно говоря, я не очень понимаю, почему этот офигенный серый ящик, я понимаю, что это украшение наравне с пальмой, но почему его нельзя было закопать хотя бы? Или, ну да, ну сделать углубление, там как бы произолировать, и просто закопать его, была бы хотя бы одна труба. Или почему эту трубу нужно было ставить прям вот так вот на самом видном месте. Короче, это вот о том, что можно плыть-плыть и на берегу усраться. Потому что вроде бы солнечная энергия для вот этой вот подсветочки есть. Подсветка абсолютно бесполезная ночью, она как бы, ну, ничего не дает. Этот перекресток и так прекрасно освещается, здесь есть несколько больших фонарей. Поэтому зачем, почему и почему это бы не сделать так, чтобы это было незаметно красиво, непонятно мне. Страна наивысочайших технологий, в которой не знают, что полы можно мыть. Что можно иногда помыть свой полик.
Зато можно отсылать детишек гулять босиком во дворе. А это плюс. Но на полу все равно будут говняхи. Знаете что, ни в коем случае, вот чем больше я сравниваю, тем больше я понимаю, что сравнивать вообще ни в коем случае нельзя. Потому что настолько разная реальность, просто даже физическая, да, вот место, локация, погода, исходные данные, они настолько разные, что, ну, как бы с чем-то сравнивать там вот Украина, Израиль, возможно, Россия тоже, остальные страны, ну, невозможно. Невозможно, потому что, ну, как сказать, а здесь зато детей отпускать можно босенькими гулять, да? Ну и что, это показатель для чего-то? Нет. Ради этого люди эмигрируют? Нет. А кому-то это плюс? Возможно. Но это не потому, что здесь хорошо, а там плохо, а потому что там просто, ну, другая реальность. Там босеньким только на даче побегаешь, например, да? Я пока сегодня лежал в кровати, у меня были прямо, знаете, пункты для вас, вот каких-то определенных отличий, ну, которые вот прямо в глаза бросаются сразу. Я все забыл. После такой поездки хочется продолжать такой же, не знаю, ритм жизни, да, вот ты устал, нифига, встал, пошел, тусить, куда-то гулять и так далее. Но, к сожалению, мы знаем, что гулять только в Тель-Авиве, да и то. Так, чтобы пешочком пойти, погулять, приятненько, ну, в этом аспекте я больше понимаю даже, да, вот помните, я рассказывал про человека, который говорил, что в Израиле все заточено на то, чтобы добраться от точки А в точку Б, нигде не останавливаясь. Вот это отчасти тоже вся часть этой мысли, потому что нет такого, что ты пришел и прошел, вот не знаю, там какой-то город насквозь, да, просто гуляя в нем постоянно, потому что нет таких мест, они очень точечные, очень локальные. Зачастую приезжаю в какое-то место, ну, не знаю, я разочаровываюсь, потому что я большой, мне нужны большие места, вот, а они очень маленькие. Видимо, израильтяне маленькие, им нужны маленькие места. Ладно, есть одно наблюдение, в Киеве все спокойнее. Вот просто спокойнее, просто ты стоишь где-нибудь в любом общественном месте и тебе спокойно. Спокойно. То есть, видимо, я не знаю, я давно уже заметил, что мне вот столько суеты, как в Израиле, она мне лишняя, она мне не нужна. Это мое внутреннее ощущение, это каждый для себя сам как бы решает. О, смотрите, у меня прям железный трон с этими палками. Израильтяне любят то, что называется, да, наводить лахац, наводить постоянно шухер какой-то. Та любимая история Алены, когда мы выезжали из торгового центра, и стоит пробка на выезд, и баба сидит и бесконечно фафакает. И Алена выглядывает уже, говорит, что ты делаешь? Она говорит, я создаю лахац. Типа, она реально думает, что это сработает, короче говоря. Мне кажется, но это мое личное какое-то ощущение, что в Украине люди более логичны. Или же их логика более мне понятна. Больше их действия руководствуются логикой. Поэтому, когда я долго сравнивал, кто где лучше водят, в Киеве водят не очень, вообще не очень. Первый раз я могу сказать, что мне кажется, что в Израиле водят, ну, лучше, не лучше, я не знаю, как это сказать. Осторожнее, что ли? Вот все, чего не хватает Украине, вот реально, я думаю, это решит их половину всех как бы недовольств, которые существуют в обществе. Это просто четкие правила, по которым будет производиться игра. Из-за отсутствия этих четких правил, из-за того, что одна часть жухает постоянно другую, то люди поэтому обозленные и друг на друга, и на все вместе, и они просто уже не понимают, кому предъявлять, скажем, претензии, поэтому бросаются от одного к другому. Ладно, это все уже заводит нас далеко в политику. Поговорим о нашей политике. Пока нас не было,
Мне приходили все равно смс-ки на телефон, я на них не обращал внимания, но их было очень много. Нетаньяу присылает, какая-то еще партия присылает, Кахоль-Лаван присылает, Ганс присылает, смс-ки от петахтиквинских каких-то партий присылают. Ребята, это что за фигня? Вы понимаете, это делают, в принципе, официально все партии. С каких пор мой телефонный номер – это мусорная корзина для вашего спама? То есть я что, оставлял свой номер телефона специально с, типа, давайте присылайте мне или что? Есть закон, который запрещает спам-рассылки. Реклама должна быть, там, не знаю, в СМИ, на билбордах, там, все что угодно. Вот это мое privacy. Вот это вот вторжение, я считаю, в мое личное пространство и в мою личную жизнь. Потому что я не заказывал эти смс. Я даже не знаю, если можно от них отказаться. Вот давайте зайдем, я посмотрю. Для того, чтобы снять свой номер, пошлите вот туда-то, типа. Но изначально я не понимаю, какого хрена я должен эти все смс-ки принимать вообще. Не? Как вы тут без нас были? Как вы, Мусичи, без нас были? Отличненько.